11 октября 2022 года. 423-й Ямпольский полк. В таких условиях нас поместили в ангаре. Здесь ни отопления, ничего. Спим на голом полу. Больше половины личного состава с респираторными заболеваниями. Бронхиты, воспаление легких, невриты, артрозы, остеохондрозы. Половина вещей личного имущества состава разворована. Вот так вот ребята спят. Мы там едим. Вот таких условиях живем, блядь. Ни отопления, ни света, ни хуя, ничего нет.